Как один из вариантов подготовки лошади к заездке, я показываю на этом видео. Когда ты один и нет второго человека в помощь, а с лошадью все-таки нужно заниматься, можно взять два мешка, нагрузить их песком, связать между собой и положить, не забросить, а именно положить на лошадь. Конечно, предварительно лошадь к такому должна быть подготовлена. Когда она уже физически подготовлена и может спокойно принять вес всадника на себя. Под весом всадника я подразумеваю вес мешков с песком. Лошадь уже заранее приучена к седлу. На нее уже опирались, висели, похлопывали стременами, и она спокойно на все реагирует. Я повторюсь, лошадь уже хорошо подготовлена и морально, и физически. Это важно. Я уделяю достаточно много тренировочного времени при работе с мешками. Изначально на первой тренировке достаточно просто постоять. На второй – движение в руках. Всегда следим за лошадью, прежде чем перейти на следующую ступень подготовки. Не стоит спешить, лучше лишний раз убедиться, что лошадь спокойна и понимает, что от нее требуется. Работаем до того момента, когда лошади станет абсолютно все равно, что и как вы на нее положили. Также двигаться с мешками на корде она может абсолютно спокойно тремя аллюрами, никак не реагируя на то, что у нее на спине. В обе стороны. При такой подготовке лошади к заездке нужно быть внимательным, стараться не испугать лошадь, таким образом не создав себе на будущее гору проблем. Если мешки съезжают, не полениться остановить лошадь и поправить. Хвалить лучше за каждое правильное действие, чем наказывать за неправильное. Время подготовки для каждой лошади индивидуально, не менее 2 недель. До готовности смотрим по лошади. В следующем видео я покажу первую посадку на эту же лошадь Флору после такой предварительной подготовки.